всех свободных людей нашей большой прекрасной свободной планеты Земля, город Ступино. Ну и я здесь не был почти 3 года. Как обычно, я Роман Романовский в рамках своей общественно полезной нагрузки провожу небольшие экскурсы по событиям дня, по событиям своей жизни, так как глубоко личное всегда становится общественно значимым, особенно когда ты делаешь правильные выводы из того, что с тобой происходит. Сегодня у нас 4 октября, пятница, 2024 год, Международный день защиты животных, День улыбок, ну и там много-много-много разных праздников, разных дней, которые, я думаю, легко найти. Зайдите в интернет, наберите, какой сегодня праздник, и там каждый день десяток праздников, вы можете смело отмечать. В общем, если за каждый праздник выпивать по 100 грамм, то легко очень напиться. Ну, я коротенький сегодня, сюжет, короткое видео. Конечно, много воды утекло с тех самых пор, когда последний раз я здесь снимал видосы. Это, конечно, и мое пребывание в Республике Эстония, в Евросоюзе, которое окончилось полным крахом для всей демократии, которая в Европе происходит, потому что права человека не соблюдаются и там. И в это вставит вообще крест на многих мечтах. Я, честно говоря, очень надеялся на то, что они смогли за 30 лет что-то изменить. Но, видать, не хватило тяму, не хватило силы. Восточная Европа особенно тяжело все это дело продвигает. Большая ненависть по национальному признаку к людям распространена в основном среди людей, которые в власти. Власть поддержать. В обычных низах люди все по-доброму друг к другу относятся, терпеливо. Нет такого, что кто-то там из-за того, что там русский или еще что-то. Ну, пару там встречалось, ли пару городских сумасшедших, о которых я, естественно, снимал ролики, выкладывал. Но это чисто, вот я скажу, такая ситуация, скажем, исключение, которое, как говорится, подтверждает правила. Среди обычного населения Евросоюза отношение к русским хорошее, доброе. Ну и, конечно, вот эти акты страшные по отношению ко мне, как к человеку-беженцу, это экстремистские акты были со стороны силовиков эстонских. И по этому поводу я еще, конечно же, много скажу, много расскажу. Самое главное, что понятно. Я надеюсь на Европейский суд по правам человека, который вынесет свой вердикт в пользу компенсации того, что сейчас со мной происходит. Потому что я сейчас нахожусь, естественно, в очень тяжелых условиях. Сотрудники силовых структур изо всех сил делают вид, что ничего не происходит, несмотря на такие охранные, заградительные мероприятия, которые они устроят. Дома моей тещи находится, сидят в машине. Я пару раз туда приходил, никто не выходил из машины, ко мне не подходил. Ну, я думаю, что, видимо, там идет такая история слежки. То же самое около дома моего родителей, то же самое стоит в машине. Ну и отобрали у меня документы, любое мое обращение в государственные органы за восстановление будет преследоваться. Преследоваться, и, естественно, меня здесь сразу арестуют. Потому что сегодняшний день это статья экстремистская, с меня не снята. Организационные мероприятия по этому поводу не проводились. Приходили следователи позавчера к отцу, спрашивали, приехал или не приехал, а то сказал, нет у него. Он приезжал и уехал куда-то. Ну, по крайней мере, мне так отец сказал. И он сказал, если ты шпион,
Я тебя сам лично убью. Ну, он прекрасно знает, и все знают прекрасно, что я люблю свою страну. Я не оголделый патриот, я человек, который прекрасно понимает, что бандиты захватили власть в этой стране и удерживают ее силы. Огромное количество компромата на политиков. Пытался я с независимыми политиками тоже связаться. Попытался я им объяснить, что огромное количество людей нуждается здесь в поддержке, которые не сидят в тюрьме, но преследуются, несмотря ни на что. Перекрывается кислород, вот мне, я говорю, паспорта нету. Но я, честно говоря, я не хочу его восстанавливать. Единственная причина, по которой я этот паспорт восстановлю, это отказ от гражданства российского. Вот это единственное, что я могу сделать. Но для этого мне надо сейчас, естественно, будет заплатить штраф 50 тысяч, а таких денег у меня нет, которые мне сделал суд. Сейчас идет обжалование второго приговора. Значит, меня на улице города Псков захватили неизвестные люди, очень похожие на пограничников. Но я не могу утверждать, что это были они. Вот они там мутили по-всякому, пограничники. Ну и в конечном счете судья поняла, что что-то здесь нечисто, и вот, в счет того, что полгода я провел в тюрьме, она меня осудила, но штраф мне не выписала. Посчитав, что есть объективные сомнения по поводу того, что я якобы пытался пересечь границу. Мне в Эстонии делать нечего, почему? По одной простой причине они меня выгнали, они собирали против меня компромат, они завели там уголовное дело, там, ну, естественно, они себя постраховали как могли, тем, что я боролся с ними и боролся там за права человека. Я не мог этого не делать, если я в своей стране, где установился авторитарный режим, некоторые в упор не видел. Я в стране своей говорю то, что думаю, считаю, что я имею на это право. И могут мои высказывания как экстремизм расценить. А уж в стране, которая обязана была меня защищать, а вместо этого наперекор всем международным соглашениям и наперекор всем нормам и установкам и законам, вместо этого они меня долгое время держали в тюрьме, потом по чудесному стечению обстоятельств, может быть, в результате моей голодовки, может быть, активности моей, потому что я звонил на телевидение, может быть, ну, в общем, освободили, а в конечном итоге все равно вознамерились меня выдворить, и это сделали вопреки закону, по формальным основаниям, там они придумали, в общем. Ну, это моя беда, моя боль, потому что я в результате вот этих вот всех протубераций здесь лишился семьи. У нас так была очень тяжелая обстановка в связи с тем, что моя жена больна шизофренией. И я думаю, что и теща там такая же история. У нас была сложная обстановка, но мы смогли с ней договориться, что я очень надеялся на то, что мне потом, когда я окажусь в Европе, дадут возможность... Дадут возможность полечить ее, вот, так как у них там действительно, ну, с этим делом гораздо лучше обстоят дела, чем у нас здесь. И, ну и, в общем, все мои потуги и старания пошли прахом вот из-за того, что, ну, просто не созрели люди, не созрели, несмотря на то, что вот простой обычный народ прекрасно понимает и надеется на то, что у них законы исполняются, но на самом деле там пропаганда также работает. И вся проблема в том, что нечестные люди захватили власть в той же самой Эстонии и Восточной Европе. Вот так. Все, я на этом заканчиваю наши сегодняшние мысли вслух. Скажем так, раньше это была рубрика «Утренние мысли», там «Дневные мысли», «Вечерние мысли». Ну а сейчас я думаю, что просто «Мысли вслух» так это будет называться теперь. Смотрите и заходите по этому хэштегу, такой плейлист. Все, будьте здоровы, берегите себя, улицу переходите только на зеленый свет. Бросайте пить, курить, сквернословить, начинайте делать добрые дела. Хотя бы злых не делайте, хотя бы не злословьте. Живите свободно и счастливо, как птицы, и достойно, как люди. Ведь все у нас для этого есть. Пока.